Никому ни слова. Иначе, если мои орлы узнают об этом, могут быть неприятности. Зачем нам это надо? Договорились. Люди делом занимаются, а мы прохлаждаемся. Он уже 3 дня снимает, подлец. Еще пару дней картин выйдет на экраны. Да, тогда мы будем иметь хороший вид. Господи, помоги, пронеси и спаси. Загуби их, восточную дребедень, Господи. Ну, хоть раз в жизни, Господи, помоги мне, Господи. Милостивый Боже, помоги, прошу тебя, Господи, помоги мне. Не понимаю, Ольга, я вас очень понимаю. То, что мы делаем, это так ужасно, так бездарно, глупо. Эх, сесть бы в этот поезд и в Москву. Москву. Ну? Тогда другое дело. Пойдем мороженое есть! Пойдем! Пойдем мороженое есть! А теперь можете ехать куда хотите. Пойдем! Дали мне уехать. Вы погубили меня, так и знаете. Так и знаете. Я погиб. Все
будет в порядке. Все будет в порядке, Ольга Николаевна. Только, пожалуйста, будьте в номере, никуда не уходите. Я прошу вас, Ольга Николаевна, через 2 дня здесь уже будут наши. Счастливо! Иван! Иду! Саша! С пленкой уходи, Саша! Мы прикроем тебя! Уходи с пленкой! Революционерка? Революционерка. Ну ничего. Вот сейчас из тумана выскочим и доставим тебя в лучшем виде. Авторитету мало. Ну-ка, ну-ка. Ага. Позвольте, в стороночку. Опа! Ну-ка! Ребята, спокойно. Что вы делаете? Спокойно. У меня же ангина. А у тебя, Ванюш, похмелья всегда ангина. Ну, братишки, одеваемся, к родине к моей подъезжаем. Я первый. Имею право. Вань, это ж моя родина. А тебе все равно, куда сходить с похмелья. Вот я. Мужики, вечером в фамильном особняке прием, маленький ужин, уха из осетра и прочие присяга флет. Жареный гусь. Не был в 52-м? Не был. Чем твоя шайба знакомая больная? Ну-ка, поставь-ка. А ты чего, начальник, что ли? Ты по нефти начальник? Отчасти. А чего ж ты такого горбатого ты лепишь? Чего на кладбище? Ты что, не знаешь, что в Москве очкарик ткнет карту, пальцем ткнет пальцем, а мы тут приезжаем и узнаем, где забуриваемся. Это же опорное бурение, понимаешь? А вот Тофик взял вот Тофик с кладбища и перенес вон туда вот буровую. А если бы не он бы, прямо в кости бы и забуривались. А знаешь, как ему еще за это дело-то наваляют? Не наваляю, если нефть найдете. А ее тут и нету. Вот тут ее нет. Вот смотри, вон туда. Вот видишь, вон за лесом, чертова грива. Вот там она есть, вот там она есть точно. А тут нет ни черта, это елань. Одно слово, слыхал? Елань. Да, вон мой дед лежит, а я сам вообще здешний. Вон дед мой лежит, вон отец мой. Вот. А я здесь лежать не хочу. Нет, нет, я уеду. А я чужанин, тут вся семья моя. Вот. Ты чего ж? Не Николай, а лишь сын. Ну? А ты что, отца моего что знал? Встречались. Ты че врешь? Ну надо. Шон-то этого дела так бы не оставил. Это что, смуровой, что ли? Да я хотел. Ну? Я хотел написать в обком, понимаешь? Ну, чего ж не написал? Да, знаешь, все. Да, парень, слабак ты супротив отца-то. Ты мне, мужик, извини, я тебя не знаю. Но я ящик сам донесу. Ну, тебе могу. Ладно. Ладно, помогу. Давай. Ты мне это не веришь, черт возьми. Она мне до сих пор снится.
Мне с тобой спокойно. Мне с тобой так легко. Я обожаю, преобожаю. Ну, вот с тобой так и будем плыть все время, да? Так с мамой, да? Ну, конечно, с мамой. Обязательно с мамой. Куда же мы без мамы? Специально, что ли, за мной приехал? Ты меня, что ли... Мить, ты в Москву, что ли, меня везет? На Лубянку, что ли, опять? Мить! Ты что делаешь? Слушай, Мить, ну если за то, что меня не расстреляли по 58-й в лагере, так я-то не виноват, Мить. Ну ты же... Ну, слышь, ночлаг же... Что ты... Мить, ты куда? Слушай, Мить, ночлаг же! Он ворвался в барак и закричал, 58-я, говорит, на лесопилку, кроме котов. Это же он сказал, кроме котов. Я за ним побежал. Я думал, меня одного хотят шлепнуть. А оказалось, что 58-я, ну я ж не знал. Меня котова, говорит, котова, кроме котова. Я-то не виноват. Я говорю, я там 58-я. А у меня... Куда ты, блин? Ну я же не мог сам себе статью-то заменить. Ну, это же кто-то сделал, не я. Вы же все знаете, Мить, знаете. Смотри, не утони, Мить! Что думаешь, я жизнью своей, что ли, дорожу? Мить, ну чего мне? Нахер мне такая жизнь нужна? У меня ничего не осталось, Мить, ни дочери, ни жены, ничего нету. Чего мне моя жизнь? Зачем она мне? Слушай, вы из меня же все выбили тогда. Ну что, ну на кой хрен я вам нужен? Ну на кой хрен? Ну все из меня вы. Я же все подписал. Чего велели? Ну сейчас я
пыль превратился ниже табуретки. Ну на кой хрен я вам нужен, Мить? Отправьте куда-нибудь, откуда не возвращаются, Мить. Ну не могу я туда дальше. Ну не могу я обратно в тюрьму, Мить. Зачем ты меня спас, Мить? Не знаю, Сергей Петрович, не знаю. Но ты же меня в лесочке сейчас тоже не убил. Почему? Что, вам трудно сесть ко мне в машину? Я хочу, чтобы ты мне просто объяснил, зачем тебе все это нужно. Нет, нет. Ты пойми. Понимаешь, я не живу последнее время. Я не живу. Я занят мерзостью, понимаешь? Мерзостью. Мерзостью! Я должен заниматься тем, чтобы тебе объяснить, что есть люди, которые живут по иным законам, нежели существуют для других. Ты заставил меня этим заниматься, понимаешь? Ты заставил меня это делать. Я занимаюсь твоим спидвеем, чтобы тебя выгнали из секции. Это же отвратительно. Твоей сестрой, которую я в глаза не видел, я не знаю, она милый человек, может быть, но я вынужден заниматься этим, потому что ты не хочешь ничего понимать. И на ковре ты стоял, и вызывали тебя, и ругали тебя, и арбуз тебе вставляли. Ничего ты понимать не хочешь. Не хочешь понимать? Я должен заниматься этим для того, чтобы тебе объяснить те законы, которые ты сам прекрасно знаешь. Ты хоть знаешь, как тебя называют-то? Знаю. Не обидно? Обидно. По-разному склоняют. Меня еще и персонально, рыжим. Но я знаю, что если я на своем месте такой, а другой на своем месте тоже такой же, еще там и еще, еще, то может и будет как надо. А спидвейт накрылся, бог с ним. С сестрой разберемся. Буду глотать пыль на этом драндулете. Дело не в этом. Дело в том, что я такой, и другим быть не могу. И не буду. Ты правда хоть говоришь-то? Правду. Так считаешь? Так считаю. Честно? Честно. Господи, сколько же у тебя в жизни разочарований, ты еще впереди? Не знаю. Ты вот что, оставь ключи и в город на попутки. По-хорошему, тебя прошу. Вон того гражданина, подкиньте, пожалуйста, до города. Ладно.